20 февраля возле собственного дома и в собственной машине был застрелен известный в городе и далеко за его пределами спортсмен Владимир Зуйков. Его тело обнаружили с огнестрельным ранением головы. А буквально накануне Международного женского дня в сгоревшей машине был обнаружен труп преподавателя ДИТУДа Сергея Бузика. Оба преступления до сих пор до конца не раскрыты. В конце апреля Димитровград содрогнулся от страшного и неожиданного известия. В автомобильной аварии погибли ведущие актеры театра-студии «Подиум» Сергей Шликонов и Сергей Борисов. В начале мая в Башкирии при сплаве по реке на байдарках трагически погиб учитель информатики 29-летний Андрей Гаврилов. В этом году его собирались номинировать на звание «Лидер образования». В июле же этого года город лишился одного из лучших спортсменов. Медикам пришлось прямо с футбольного поля забрать в больницу 31-летнего футболиста сборной команды города Сергея Белянчикова. К сожалению, несмотря на оперативность, спасти мужчину медикам не удалось. А в канун нового учебного года скончался почетный гражданин города и области, бывший председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны Иван Степанович Страшнов. В декабре скоропостижно скончался заслуженный артист России, актер Димитровградского театра имени Островского Геннадий Артемьев. Все эти люди навсегда останутся в памяти горожан благодаря своим добрым делам, открытым сердцам, талантам и человечности. Наталья Васильева, новости Димитровграда.